Александр Юфик. «О сердце матери». Читает 14-я группа. «О сердце матери одно-одно. Тобой вместе плачет и рыдает. И нам того понятия не дано. Как матери за нас порой страдают. А сердце матери единственный ответ. На все вопросы, таинство всей жизни. И не забыть нам мудрый тот совет, что мать дала на родине отчизне. Сердце матери, когда ты вдалеке. Оно как компас, правильный и точный. И ты шагаешь бодро, налегке. Оно укажет путь твой непорочный. А сердце матери хранит от всех скорбей. Всегда с тобой идет и неделимо. Смотри его небрежно, не разбей. Оно лишь одно, неповторимо. А сердце матери честнейшее из всех. Оно всегда желает нам удачи. Ждет во всем успех. Спеши утешить, когда мама плачет. Но ты порой пройдешь и с колотком. Сердечных мук совсем не замечает. Запомни, сердце матери одно. Ты за него пред Богом отвечаешь.